сломали, мышку сломали, книжку испортили. Как играть буду, моя любимая книга. Что случилось? Компьютер сломали, мышку сломали, книжку испортили. Это все Васька с Яшкой. Я им задам. Васька, Яшка, кис-кис-кис-кис-кис. Идемте сюда, я вам молочка дам. Убирайтесь из дома, вон отсюда. Не надо их гнать. Все, жить я так больше не могу. Не могу и не собираюсь. Разве это жизнь? Разве это жизнь? Я вас спрашиваю. То мальчишки в меня камнями швыряют, то петухи в ухо клюют, то собаки норовят хвост в клочки разорвать. А тут еще и хозяева постоянно ругают. Не тебе поесть спокойно, не мне поспать по-человечески. Даже к компьютеру не подпускают. Не кошачье молото дело? А чье ж тогда это дело-то, если к компьютеру мышка за хвост привязана? Я ж не знал, что она не настоящая. Я ж не виноват, что компьютер за мышкой со стола прыгнул. За что нас из дома выгонять? Ну за что? Ну разлили молоко на книгу. Что за это? В окно вышвыривать? Эх, а все-таки какая книжка интересная была? Про львов. А львы — это мои ближайшие родственники. Сначала читать научат, а потом книжки отбирают. Эй, Васька, да не бойся, я вас кусать не собираюсь. Я за вами за целый день так набегалась. Лапы отваливаться, вы куда это направились? Гуляем. А, ну я так и поняла, когда вы вверх тормашками из окна летели. Чего натворили-то? Не твое дело. Ну, как знаешь. А то я хотела спросить, не ты ли книжку обронил, когда из окна чебурахнулся? Какая еще книжка? Вся мокрая и молоком пахнет. Несчастный.
Вот в таких. Ты что, правда дикий и никогда книжек не видел? Не, а они что, вкусные? Вот темнота! Их не едят, их читают. Ты что, правда дикий и читать не умеешь? Не, так это просто здорово. То есть я хотел сказать, книжки это очень здорово. А чего в них хорошего? О, в них столько хорошего и интересного. Вот, например, открываешь на любой странице и читаешь. Лев водится в Африке. Лев, то есть я, расправляется с буйволом. Буйвол он большой. Больше в тебя. Раз в 10, а то и в 20. И ты его одной лапой? Одной левой, а по воскресеньям одной правой. Это почему? Эх, темнота, устает же левая лапа за неделю. Даю ей денек передохнуть. Ну ты силен, однако. Отчего ж тебя из Африки в наш лес занесло? Не занесло, а пожаловал. И не ты, а вы, если уж на то пошло. Ну я и говорю, чего вы, ты к нам пожаловал. Да я, видите ли, друзья мои любезные, всех буйволов съел и решил из Африки сюда перебраться. Да с ним надо ухо востор, а то он меня как того буйвола на картинке. Послушай, господин Лев, а давай дружить? Без друзей в нашем лесу трудно. Дружить? Ну зачем так сразу? Я еще не привык к вашему лесу. Не освоился, не осмотрелся. А чего ж здесь осматриваться? Наш лес, даже Африка, только без буйволов. Я-то думаю, есть-то надо. Ты когда ел последний раз? Сметана, и что, удалось сметаны попробовать? Сметана это кто? Ну вот второй раз опростоволосились. Сметана, волк, это животное такое. С рогами и белое. Так, надо запомнить. Сметана с рогами. Вдруг когда-нибудь встречу. Ладно, пошли на твою охоту, волк. Царь? Не сомневайся, сами его в книжке видели. Он буйвола одной левой. Да ну! Вот тебе и да ну, в книжках про все это написано. Ух ты! А кто это? Буйвол это. Нет, вот это кто? Это я! Не видно, что ли? Что-то не больно похож. Ты полегче, птица глупая, не дразни царя. Этот в книжке лохматый такой. Осень сейчас, темнота. Шерсть сбрасываю, весной опять подрастет. Вот чудеса. У нас в лесу все наоборот. На зиму шерсть отращиваю. Да что ты, Лев, вам такие простые вопросы задаешь? Невеликие птицы. Может, съесть их волки? Нас? Да за что? Что? Чтоб меньше болтали. Не надо. Молчим, молчим, как рыбы. Кто-то знает свое место. Пойдем, Лев, нам на охоту пора. Вот это дела. Не было печали, черти царя зверей к нам прислали. Надо повнимательнее присмотреться к этому микроцарю. В глухомани в лесу, несмотря на красу, не проводит леса Патриковна. Я никак не пойму, отчего, почему не пускают кому на деревню. Лиса, эй, лиса, чего тебе ворон, а? Слыхала новость. В нашем лесу лев объявился, царь всех зверей. Это как, царь, откуда?
откуда? Из Африки прислали, сами видели. Из Африки? Надо же, а где, где он? С волком на охоту пошел. Как с волком? Почему с волком? А мне почем знать, они вроде как бы друзья теперь. Друзья? Ах ты, серость неумыта! И тут меня обошла, а с виду тюфяк-тюфаком. Нужно что-то срочно придумать. Думай, рыжая, думай. Это тебе не птичкам перышки щипать. Тут дело жареным пахнет. Придумала, слушай. Слушай, ворон, окажи нам услугу, слетай к волкам и скажи, что лиса его зовет к старому дубу. И скажи, что дело очень срочное, о добыче речь пойдет. А чего же не слетать? Слетаем. Ну, держись, волк, теперь у меня будешь знать, как мне дорогу переходить. Ну, уже час с вами броди, волки, а дичи никакой. Куда все подевались? Ты уж извини, в нашем лесу дичи маловато. Ну, ты не беспокойся, со своей силищей мы в два счета справимся. Например, лося встретим. Ты его встретишь, и как раз мы тут подоспеем. Ну да, так и сделаем. Только, волки, если вы лося свалите, а тут и я подоспею. Как это? Вот так. Передать, что у них тебе срочное дело. Тоже мне дело, мы со львом на охоту идем. Ну, как знаешь, наше дело маленькое. Только смотри, не пожалей потом. Лиса сказала, а добыча речь пойдет. Что ж ты сразу не сказала, чернилица спереди? Где она ждет? У старого дуба. Волки, а чернильницами теперь никто не пользуется. Теперь надо говорить... Ах ты, пенал с шариковыми ручками! Ладно, летите, умницы! Нам с царем зверей посоветоваться надо! Счастливой охоты! Вот видишь, лев, как дело оборачивается! Нас лиса зовет! Видно, добычу поделить хочет! Она же не знает, что уже ты здесь главный! Вот что, ты нас здесь подожди, а мы к лисе сбегаем! Нет, мы с вами! Да что тебе лишний раз бегать, мы быстро! Вот принесла нелегкая этого ворона. Как мы теперь тут одни? Еще кого-нибудь встретим? Объяснять ему опять. Что? Да что? Что-то я устал. Присесть бы, что ли? Отдохнуть. Где она взялась, лиса, на мою голову? А так все удачно складывалось. В лесу, несмотря на красу, не проводит лиса Патрикевна. Где-то здесь, ворон говорил, голубая ель и пень рядом. Ель вижу. Ага, а вот и пень, а на нем кто-то. Ой, какой щупленький. Ой, какой хиленький, но недаром, говорят, маленький да удаленький, недаром и царь зверей. Гражданин, товарищ царь! Господин лев! Помогите! Караул! Караул! Помогите! Успокойся, ты, лев, я лиса, дружить хочу, а ты сразу драться. Дружить? Но это другое дело! Только как же мне с тобой дружить, если я волкам обещал? Волкам? Этим хитрюгам, да они вас два счета обманят! Как это обманят? Да. Вроде все по-честному! Да, волки такие хитрюги. Держись лучше от них подальше и давай с нами охотиться. И договор у нас будет честный. Вам половину и нам половину. Как вам такое предложение? Половину? Это по мне! Договорились! Вот и славно, ты с нами не пропадешь. Лиса – зверь надежный, а главное – честный. Это каждый в лесу знает. Вот ты где, лиса, я тебе весь лес обежал, обыскал.
Ладно, какое такое дело у тебя к нам? Какое же дело, волк? Я вижу, ты большой путаник. Нам ворон сказал. Какой ворон, волк? Не знаю никаких ворон. Да и некогда мне. Мы со львом на охоту идем. С каким еще львом? Понятное дело, с каким царем всех зверей. Не может. Может быть. Все может. Вот сам у него спроси. Как же это? Как же это? Лев, ты же с нами дружить хотел. Хотел, а теперь перехотел. Вы, волки, нас обмануть хотели. Мы тебя. Как это? А так, договор у нас неправильный был. И вообще, разговор окончен. Мы с лисами на охоту идем. Ах, да вот ты как, лиса, нас к старому дубу, а сама нашу дружбу со львом разбивает. Какой дуб, какую дружбу? Я тебе, рыжая, сейчас хвост повдергиваю. Глаза вытрую, серость дремучая. Они друг дружку раздерут, и мы опять без знакомых останемся. Эй, тихо! Это вам лев, царь зверей, говорит, а то сейчас съем. Не надо нас есть. Ладно, вас есть не буду, но что-то я должен есть, и я вас спрашиваю. Конечно, обязательно. А где моя дичь? Где его дичь? В лесу бегает. А почему дичь в лесу? Почему не здесь? Почему? Лев, царь зверей, гроза джунглей, до сих пор голодный. Ну мы же, лев, тоже пока голодный. Перечить? Царю перечить? Да я сейчас вас на клочья. Не надо нас на клочья. Лев, это все волки, они первые начали. Какой я вам лев? Я царь зверей, а значит, я ваше величество. Понятно? Понятно. Ладно, пойдем, лиса, на охоту, пока вечер не наступил. А это ты прячься по лесу. Конечно, всегда я виноват. Хищники, как охота? Что это у вас вид такой побитый? За такие вопросы, ворон, знаешь, что бывает? Спросить, что ли, нельзя? Нам и без твоих вопросов тошно. Еле живы остались. Вы еле живы, на вас что, медведь напал? Хуже, ворон, хуже. Хуже кто же ты такой? Его величество. Кого величество? Льва величество. Этот метр с кепкой вас чуть не... Тише, а то услышит их она на всем. Пора, лиса, пора. А не принесем льву добычу к вечеру? Конечно. А вы так сразу и испугались? А ты бы не испугалась. Он же буйвол одной левой. Ты же знаешь. Знаю только от тебя, волк. Ты это сам-то видел? Конечно, в книжке. Вот именно в книжке. А в книжке он сам на себя не похож. Он же сказал, весна придет, шерстью обрастет. Что обрастет? Что вы такое говорите? Так вот я и думаю, друзья мои хищники, а вдруг этот лев не настоящий? Как это? А вот так. Не настоящий и все. Вот вы, волки, тоже вроде бы как собаки, но не настоящие. А собаки это тоже как бы волки, но не настоящие. Ну и что из этого? А то, что проверить его нужно. Мой папа говорил, доверяй да проверяй. Нет, я еще жить хочу. Мне что-то не хочется со львом в такие игры играть. Вот трусы, никто нас и не заставляет. Мы сами за это возьмемся. Ваше дело в кустах сидеть да слушать. А то ведь вы нам не поверите, если мы его разоблачим. Понятно? Понятно, в кустах сидеть умею. В кустах сидеть, это еще куда не шло. Прячьтесь скорее. Величество, наше величество, где вы? Здесь я, кто посмел меня беспокоить? Но это наше величество. Не наше величество,
а ваше величество? Вот мы и говорим, наше величество. Проваливайте! Такой сон не дали досмотреть! Какой сон, наше величество? Чудный сон, будто я лежу на лавке, слева сметана с горшком, а справа скринка с молоком. Странный сон для царя зверей. Что такое? Как ты смеешь царские сны подсматривать? Мы-то вороны, наше величество, а сон какой-то у вас не царский. В вашем дурацком лесу и сны снятся дурацкие. Где эти бездельники? Какие бездельники, наше величество? Лиса и волк. Такие бездельники. Их царь за дичью послал, а их и след простыл. Что вы, наше величество? Они в потиморды свои по лесу рыщут, дичь ищут, сами видели. Ну ладно, пусть ищут. А то я хотел уж в лес пойти, лисятиной и волчатиной полакомиться. Говорю тебе, на охоту бежать надо. Тише ты, смерти нашей хочешь. Что это там? Кто это? Никто не наше величество. Это мы сами с тобой разговариваем. Вопросы, знаете, всякие в голову лезут. Какие еще вопросы? Разные. Например, что такое молоко, мы знаем. А вот что такое сметана, которая вам снилась? Любопытные вы слишком. Сметана это как же вам объяснить? Вот мне кусты подсказывают. Животное такое, с рогами и белое. Сметана это животное, чего ж не понять. Только как это понять, горшок со сметаной, который вам снился? А вот тут так, тут что стоит, горшок, а тут слава, сметана с рогами. Что вы все время меня путаете? И вообще, почему вы не на охоте? Без дела сидите, языком попусту болтаете. Мое величество изголодалось. Придется мне вас проглотить. Разорвал. Да это он меня чуть глаза не выцарапал. Куда, ребята, бежим? Ох, не спрашивай, медведь, целее будешь. Тут такое творится. Какое творится? Ничего не понимаю. Да я всем расскажу. А почему ты? В лесу лев объявился, царь всех зверей, сище необъятное. Не перебивай, одной лапой буйвола убивает нас, волком чуть не съел. Да ну! Вот тебе и да ну. Надо бы и мне к нему на поклон сходить, метку ягод принести на всякий случай. Сходи, только не нервируй его. И называй нашим величеством. Любезная дичь здесь не пробегала. Медведь подойдет. А без шуток мы не сумасшедшие, чтобы вам охотиться помогать. Вы, значит, кайву полетите. А нас того секир башка поговорят, бараны. Вы так? Ну тогда на нас не рассчитывайте. Что же это получается? Все звери дичь начнут любить. А кто же самая этой дичью-то будет? Ты на что это клонишь, волк? Я? Да так. Волк, надо выход найти. Придумала, кем лев в Африке питался? Кем? Буйволами. Ага. Бизонами. Ну. И шакалами. Ну. А шакалы это такие собаки, только дикие. Ну. Вот ты, ну, я знаю место, где собака водится. В город не пойду, там люди. Это я на себя беру, только мешок захвати. Thank you.
Куда направляешься? Льву на поклон, мед и малину несу. Вот и славно, значит, мы первую добычу льву принесли. Давай, медведь, ты первый. Нет, ты. Нет, нет, ты. Ну, была, не была. Наше величество, это я, медведь, гостинцы вам принес. Давай. Вы что, издеваетесь? Кто посмел меня такой гадостью кормить? Я вас спрашиваю. Простите, наше величество, это же мед, мы медведи его очень любим. А мы, наше величество, не очень это любим. Кто ж мог знать? То-то, думать надо, такой большой, а ума, как у маленькой мышки. Кстати, о мышах, наше величество, не желаете ли свежую мышку? Мышку? Заманчивое предложение. Ладно, давай. Кот, кот, ловите меня, мне тут. Какой еще кот? Что она такое говорит? А мне почем знать? Бредится страху несчастная. И вообще, кого вы мне привели? Сумасшедшую мышь? Да еще и в обмороке! Клянусь, наше величество, была нормальная, пока вас не увидела. Перечить? Царю перечить? Пощадите, наше величество! Пощадить! Молчать! Немедленно подать царю зверей дичь! И отменную, а не полуобморочную мышь! Несем, несем, наше величество! Видишь, как брыкается? Кто тут брыкается? Да песик это! Какой еще песик? Кешки, который! Вы что, ненормальные? Собаку сюда принесли! Ну и да, а что? А то, что я собак не ем! Отнесите ее обратно! Я вижу, наше величество побаивается этой нашей собачки. Я не боюсь, я просто ее видеть не желаю! Эх, лиса, опять не угодили, конец нам! Ну ладно, конец как конец, развязываем еще. Пусть песик бежит на все четыре. Не надо развязывать, я вам запрещаю. За такие шутки я вам всех. О, Васька, Яшка, вы что здесь делаете? Я тебе не Вашка, Яшка. Я лев, царь зверей. А значит, я твое величество. Какое ты еще, Васька, величество? Не смеши меня. Точно величество. Мы тебя его на ужин принесли. Меня, коту, на ужин? Ах ты самозванец кошачий. Ну теперь я тебе точно уши обдеру и хвост обкусаю. Мудрее стало. Так теперь никого бояться не нужно. Совсем никого? Так это просто здорово. Конечно, здорово. На такой радости приглашаю всех на пироги с грибами. Вася!